друзья, всем привет из Таиланда. Сегодня мы посетим ночной базар в Чианграе. Давайте прогуляемся по торговым рядам, посмотрим, что здесь продают и по какой стоимости. Все здесь выглядит очень вкусно, очень аппетитно. И стоимость, посмотрите, она просто ничтожно мала. То есть в пределах 50-100 бат вы можете купить абсолютно любое блюдо. Приготовят его также при вас. И это просто очень-очень классно. Примеры блюд здесь уже представлены, и вы можете выбрать все на свой вкус. Иностранцам не следует беспокоиться, потому что здесь они понимают по-английски, и всегда можно заказать non-spicy, то есть без специй. Я уже себе кое-что заказал, но меня огорчили тем, что необходимо ждать целых 15 минут. В общем, пока что я гуляю, снимаю, и через 15 минут мне все приготовят. Здесь, на этом рынке, внутри курить нигде не разрешается, но зато можно приобрести что-либо из алкогольных напитков. Конечно же, цены здесь на порядок выше, чем в магазине 7-Eleven. В Таиланде очень много морепродуктов, и цены на них также приятно радуют. И все здесь свежее, все лежит вот во льду, это можно выбрать, и вам это же тут же приготовят. Очень классная вещь – это шейки. Здесь можно выбрать также огромное количество различных шейков – банан, виноград, манго. Манго-шейк – самый популярный в Таиланде и считается по праву одним из самых вкусных. Ну что ж, давайте сейчас пройдемся дальше. Вся еда здесь выложена очень красиво. И просто проходя мимо, у вас возникает желание все это попробовать. Посмотрите на эту красоту. Это выглядит действительно очень все аппетитно, просто вот как с картинки. Королевские креветки по 100, маленькая порция, 200 большие. Всем любителям морепродуктов определенно нужно сюда прийти и попробовать все. Также здесь есть небольшая сцена, где периодически с наступлением темноты организуются концерты. Ну что ж, нужно подождать. Я надеюсь, сейчас мой том-ям уже приготовили. Всем приятного аппетита! Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!